Что случилось, главное? Да? Ну, вот как на замедленном показали, просто случайно, как будто бы конек въехал вслед. То есть там я быстро подстроился и практически не пропустил ни секунды, но я не смог бы спасти этот выкрюк. Очень обидно, потому что в целом и все элементы, и вся программа достаточно хорошо и все было. Да, с таким классным настроением ехали, и действительно, это прям такая обидная ошибка. Ну, то есть, получается, это со льдом что-то все-таки, да? Не волнение, ничего такого, скорее всего, да? Нет, это точно не волнение. Просто случайность, и даже никого не надо винить. Просто обидная случайность, из-за чего мы потеряли много баллов, потому что это все-таки дорожка, и это элемент на уровне. Там сложно понимать, то есть все по делу, в смысле оценки, вы должны были потерять вот эти баллы из-за этой ошибки, да? Да, ну... Конечно, по делу, это небольшая-большая ошибка была прямо перед техническими сделана. А поскольку Рупит как раз помогает, что вы сейчас уже смогли вот катать, и, может быть, будете уже как спокойнее, еще спокойнее, увереннее, потом. Будем спокойнее и будем увереннее. И будем, значит, такие даже сверх мелочи контролировать еще больше. Потому что сегодня вот я ехал прям на полном контроле. Вообще вот все контроль, каждый жест, каждое движение. Никита, в новостях вот пишут, лучше у тебя спросить напрямую. На разминке произошел какой-то инцидент, столкнулись вы, кажется, с Донахи, да? И ты пишешь, что ты что-то сказал американцу. Можешь ли ты, цитируется ли такое вообще? Я не помню, что я сказал на самом деле. Я не помню даже на русском или на английском, но что-то сказал. Вот. Но дело в том, что это целый сегодняшний день продолжается. Вот. Поэтому у меня уже накипело. Провокации какие-то, что ли, или что продолжается? Ну, не то, что провокации. 5 пар на льду на 5 минутки – это достаточно много. И мы вообще все спортсмены в раздевалке в танцах всегда из-за этого. Но здесь уже немножко так, видимо, на личное перешло. То есть это именно конкретно с ними, что ли? Да, да. У меня просто вот на них накипело, что немножечко с утра вот еще началось. То есть это на тренировке или в раздевалке где-то еще? Нет. Это все... Нет. Все остается только на льду. Не, у нас не в жизни, в личном ничего, никаких проблем нет, они классные ребята. Просто... Спортивный характер просто, вот и все. Да, просто мы ехали спиной оба и не видели и мы, ну, ребят. Как бы, когда эта этика такая на льду, мы первые начали свою связку делать, вот они заезжали, да, и видели, что мы едем. Никит, не знаю, сколько я осторожишь вопрос, но... Произвольную программу. Вы готовы катать, хотите? Там, как, потому что все же пишут 4 программы, сложно будет катать, как по здоровью. Мы готовы, хотим, мы заряжены, чувствуем себя замечательно. И что еще сказать? Все отлично, нас мы будем и хотим. Можно еще тебе. Ты же капитан, да, вроде, да. Я не ошибаюсь, да. У всех вот эти кики, или как сказать, трибуны украшены. Да. У нас нет. Это потому что у нас статус такой, или мы решили просто вот не украшать, потому что я его не видел там особо. Герлен. Честно говоря, вот поскольку мы Марк и мы, и вот ребята очень рано сегодня тренировались. Мы вот этими организационными вопросами вообще не занимались. Мы вот первый раз, грубо говоря, наш бокс увидели сейчас. Ага, понятно. Даже работали очень много. Да, мы здесь с 6 утра все. Все. Спасибо большое. Спасибо большое. Верим.